Пейте воду в 8 случаях из 10. Мы путаем жажду с голодом. Стакан воды способен спасти талию от лишних калорий, заглушив ложные сигналы. Практикуйте акупунктуру. Помассируйте точки между губой и носом в течение 2-3 минут. Нездоровый аппетит отступит. Задействуйте дыхательную гимнастику. Она участвует в расщеплении жиров, а значит, восполняет дефицит энергии. 20 глубоких вдохов у окна или на улице подавят желание полакомиться конфетой. Высыпайтесь. Люди склонны компенсировать недосып перееданием. Все из-за того, что от недостатка сна увеличивается выработка грелина, а уровень лептина, гормона сытости, соответственно, понижается. Вывод. Больше спите, стройнее будешь. На ночь выпивайте маленькую чашку нежирного молока с чайной ложкой меда. Вкусный коктейль насыщает кальцием, нормализует обмен веществ, укрощает голодные спазмы и, к тому же, помогает быстрее уснуть. Подключите ароматерапию. Запахи цитрусовых, кофе и хвои снижают ложное чувство голода. Затяните поясок. Приталенная одежда не даст переесть, напомнив, что пора закрыть рот. Нездоровый аппетит – проблема, часто не физиологическая, а психологическая. Мы привыкли перекусывать от безделья, заедать стрессы и баловаться плюшками, просто потому, что они у нас есть. Уходите от еды на прогулку, найдите хобби, которое вытеснит из головы фантазии о кулинарных шедеврах. Аппетит исчезнет, а тело порадует красотой линий. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. Всем мира!